Ударный крейсер «Возмездие». Это Библиарий Иона Орион. Нас атакуют. Вокруг рассредотачиваются Эльдары. С ними призрачный лорд. Он уже забрал сержанта Эндимиона. Надо дать отпор этим ксеносам. Они ведут там раскопки. Зачем, непонятно. Эльдары развернули мощную оборону, чтобы мы не смогли это выяснить. Боюсь, без подкрепления мы долго не продержимся. Командор, Эндимион когда-то был моим заместителем. Я его не брошу. Наш почтенный брат прав, командор. Надо помочь Эндимиону и Ионе и уничтожить Эльдаров. Атаку! Спасая меня от эльдарской боевой машины. Мы как раз обнаружили большую постройку ксеносов на востоке. И тут они напали. Это перекресток путей, без сомнения. Через него они смогут вторгнуться, когда им вздумается. Надо его уничтожить. Идите. Я буду держать оборону рядом с останками нашего брата.
меняет генное семя Эндимиона. Конечно. Я в вашем распоряжении, командор. Моя сила в твоем распоряжении! Я уже выбил! Какие будут приказы? Атака с штурмовые десантники готовы. Переместиться. Против нас. Уничтожим их. Что это такое во имя Императора? Что-то наподобие призрачного лорда.
психическая энергия нарастает! Скорее, отрежьте им дорогу к перекрестку! Вы опоздали. Древние души нашли себе новое обиталище. Восстаньте, призрачные стражи! Уничтожьте людей! Цель уничтожена! Командор, враг уже здесь! Поддержите! Эльдара отрезаны. Уйти не смогут. Кого это призвал Варлок? Он назвал их призрачными стражами. Они как-то тянут из него психическую энергию. Эльдары, сдержите их. Я не оставлю Эндимиона этим ксеносом. Капитан Тул, держитесь. Надо помочь ему, командор. Новые призрачные стражи. Они медлительны. Должно быть, им нужна поддержка Варлока. Отряд, открыть ответный огонь.
Теперь их еще больше. На этот раз они с Варлоком. Убейте его, чтобы ослабить призрачных стражей. Ответим на их удары святой яростью! Цель уничтожена! Смотри! Эльдар! Штурмовые и штурмовые отряд меняют позицию. Это горные карами! Перемещаемся! Позицию. Память об этой победе надолго останется в залах славы. Эльдары вернулись в сектор в самый неподходящий момент, командор. Как вы и подозревали, ополчение дома Ванди, что подстерегало вас на Серебряном леднике, не было одиночной группой мятежников. Против имперской власти на Меридиане восстали новые мятежники Ванди. Вы отправитесь туда на возмездие и окажете поддержку. Губернатор Де Роза посвятит вас в подробности по прибытии. А что с планетой Аврелия, капитан Ангелос? Иона, переназначаю вас в ударный отряд командора. Вы все вернетесь на Аврелию, когда стабилизируется ситуация на Меридиане. Ангелос, конец связи.
Спасибо, что вмешались, командор. Император явно благоволит вам и вашим боевым братьям. Рад сражаться плечом к плечу с героями Тифона. Понимаю, как этим мятежникам удалось сымитировать сигнал бедствия кровавых воронов. Коды и ритуалы по использованию ретрансляторов — один из наших самых оберегаемых секретов. Нашему ордену есть что скрывать, помимо ритуалов связи. Может быть, но кто-то все-таки узнал достаточно, чтобы заманить нас в ловушку.